Мы приехали в Киа для того, чтобы забрать здесь Сангьонг Эктён. Запаска здесь вообще не трогалась. Здесь оставили сеточку, домкрат, баллонник, это понятно. Какая-то тряпочка. Так, крючочек обратно ставим. Убираем. Опа. Резиновый коврик прям такой, чтобы ничего не ерзало. Камера. Ой, я колеса не убрал. Тут зима. То, значит, надо нажать тормоз и на кнопку. Да, нажимаем. О, все. А держать нельзя. Да, кнопку просто нажать надо. То есть кнопка просто нажимается. Что у нас тут? Климат, башка уже стоит. Андроидовская, я так понимаю. Выходы под модем, соответственно. По сервиске. Кстати, ТО было в третьем месяце, а 3 месяца назад менялось масло в коробке. А там, я смотрел, в сервисной книжке заява была, то, что там посторонние стуки в двигателе, видим? Да, это обращение было у этого, у собственника. В итоге они посмотрели все, ничего вердикта не вынесли, значит, все в норме. Единственное, что они там по задним вот таким подсветке номер написали. Не курено. Так, обогревашки посмотрим. Сейчас включим сразу, пусть попа погреет. Зеркала по бокам складываются. Мультируль. У нас тут что? Все. Круиз есть. Где круиз? 4 подушки. Какая-то хрень. А, не 4. Еще эти шторки есть. Даже комплектация такая. Получается, и шторки. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 подушек безопасности. Автозатемнение, да? Да. Да. Тут ответ на телефон, D плюс, D минус, это, я понимаю, это... лепестки? Да, да, да. Под, ну, это типа самим... вместо лепестков, да, да, да. Эти кнопки, да, да, да. Понижать, повышать передачи. Да, да, да. Это когда аккумулятор сел, чтобы откатить машину, зонборд, вот эту штучку надо нажать, чтобы перевести ее в нейтраль. Она, по-моему, открывается, там ключ надо вставить. Да. Так, а включи заднюю, как камера работает. Только тормоз не отпускай. Угу. Камера. Оп. И руль покрутить. А он поворачивается, нет, разве? Нет. Я хотел. А что должно быть? Не, просто бывает, что поворачивается там, вместе, камера, с рулем, да. Навигация тут есть, флешка с картами стоит. Очищенчик есть. Подсветка для задних пассажиров есть. Блин, он такой прям прикольненький. Это, конечно, не дерево, но очень прикольно сделано. Да, подушка отключается, это я посмотрел. Посмотрю под капотом. Причем просто. Сделаю умный вид, как будто что-то понимаю. Так. Давай посмотрим. Как музыку-то включить? Радио. Где? А вот. Так, это дисплей. А, включил дисплей, все, я дальше разберусь, все. Это настройки, это не то. Навигацию выключить. Это дисплей. А вот выключить навигацию. Мой выход. Будет тогда. О, отлично, радио. Давай посмотрим. Но это не родная. Чего это? Не то. 8875. Код 495. Это дополнительно в Сангьонге, в самом этом ставят. А сюда ключ вставлять, да? Сделано. А зачем? Демобилайзер, если батарейка сдохла, чтобы она ключ увидела. А, понятно. Блин, слушай, ну он жирный. Он прям жирный. Одобряю. Классный вариант. Сколько по цене он стоит? 770 стоил. Скидка 28 тысяч. 742. 742. Это с зимними резинами, зимней резиной, да? Поворотник.
Аварийку просто нажать. Аварийку. Противотуманки включили? 7 марта, но по пробегу надо. Где туман? На, включим аварийку. Да. Туманки включил? Да. Да, есть. Задняя туманка. Ну слушай, тут камера есть, нафига парктроники? Ладно, сейчас перепроверим автомобиль, подключимся, посмотрим кузов и дальше уже. Ну что, все оплачено, документы все подписаны. Вот лежит ПТС, СТС, ключики. Можно их забрать. Можно вообще не оплачивать, а просто взять это все и уйти отсюда. Машина уже не на территории, на гостевой парковке. Наклейку мы уже наклеили, кстати. Классно смотрится. Серьезно. Мне наклейку. Я себе тоже наклею. А есть побольше, как на лобачек? Сейчас пойдем забирать автомобиль, еще раз покажу, какие у нее там ништяки внутри. Все комплектация, правда, классная. Ну, тут вообще бесключевой доступ, но я как бы открыл с брелка. Что? Ну да, куда выходишь, я знаю. Так это в Шам-Жиру, у них такие ставятся. Да, тут если что, еще есть вот эта подсветка, которая светит, куда вы выходите. Так, ладно, но сейчас не о подсветке. Так, ключики кидаем сюда. Нажимаем кнопочку. Ох, как неприятно, зажипел. Что тут есть? Полный электропакет, регулировка сидений, складывание сидений, автоматическое складывание при закрывании автомобиля, отключение курсовой устойчивости, противотуманки, корректор фар, противотуманки передние, управление на руле, это вместо подрулевых лепестков в режиме мануал самому передачи переключать. Все понятно, дворники, омывайки, круиз-контроль, климат-контроль, мультимедиа с интернетом, с навигацией, с телефоном, со всем, что здесь только может быть. Так, ну вот, вкратце посмотрим. Где у нас? Выходим на мой. USB, радио, интернет, телефон, AV-IN. В общем, здесь есть все, что нужно. Автозатемнение, очечничек, подсветочки в козырьках. Автомат, ручничок, подогрева сидений, подлокотничек с боксом. В общем, одна красота. Честно, в такой комплектации... Сейчас свет. Скажу честно, в такой комплектации, ну, просто, это машина-сказка. Вот, действительно, здесь просто есть даже больше, чем все. Я имею в виду, что многие говорят про Сангёнги, что да ну, они неинтересны, они пустоватые. Где они неинтересны и где они пустоватые? Здесь действительно есть все, вот в этой комплектации. Автомобиль достался действительно по классной цене. Сделали нам приличную скидку. 51 тысяча километров и два комплекта колес. Два комплекта колес. Вон Дима. Дима, привет. Все. Машинку сейчас покажу еще снаружи, что она из себя представляет. Единственный нюанс по автомобилю, который есть, я не знаю, видно ли будет на камеру. Давай посвечу. Вот, тут вот есть такая маленькая как бы вмятинка и притертость. Да, вот. Линзованная оптика. Ой. Покажу. Так, ну в принципе все, наша задача выполнена. Автомобиль, как всегда, нашли классный, как мы любим, по хорошей цене. Поэтому смотрите нас дальше, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, поддерживайте нас и спасибо за то, что смотрите. Все, всем спасибо, всем пока.